На конкурс дети читают стихи. Салдугеев Антон, 4 года. Город Орел. Мой Дадыр. Корней Чуковский. Одеяло убежало, улетела пустыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за чайку, шведка, печку, я за книжку дописать. И стыдушку под кровать. Я хочу написать чаю, самовару подбегаю. А пузатый от меня убежал, как от огня. Боже, боже, что случилось? Почему все кругом завертелось, закусилось? И панчевочка и со. У чудеса сапогами, сапоги кривоками, у чугаса кусаком, все вилчится и кусится, и несется кувырком. Дух из маминой Испании, кривоноги и хламой, убегает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты гряз, неумытый повощетка, ты чернее труба чиста, полюбуйся на себя. У тебя носы вокса, у тебя под носом креса, у тебя такие руки, что списали дасы брюки, убесали от тебя. Ванна утром на восвете, умываю самый сад, и качета, и учета, и сучки, и паучки, ты один не умывался. И крестную оставьте, и списая от крестную, и чулки, и посмоки,